жидкая форма имеет всегда преимущество. И именно подобрана комбинация биологически активных веществ, которые действуют в команде. Ну и, конечно, наше производство и все наши сертификаты подтверждают качество. И понимаете, иногда встает вопрос о гарантиях. То есть у нас периодически появляются клиенты, которые говорят: дайте гарантию, или с гарантией, вот, что я буду пить, и у меня все пройдет. Понимаете, медицина вас не гарантирует никогда никому. То есть медицина, как наука эмпирическая, так нас не ставит и гарантии никому не дает. И мы точно так же никому и никогда не можем дать гарантии, что человек будет принимать нашу продукцию, и у него пройдут все болезни. Это неправильно, это даже непрофессионально. То есть чудо таблеток в природе не существует. Но то, что мы можем гарантировать, это абсолютное качество нашей продукции. Продукция премиум-класса, и это качество подтверждено всеми сертификатами, как обязательными сертификаты GMP и ISO, и также сертификаты, то есть проверки качества, которые для других компаний являются добровольными, для нас являются обязательными. Ну и, конечно, то, что нашу продукцию принимают спортсмены, это тоже подтверждает высочайшее качество и эффективность. И надо сказать, что Activise – это самый любимый комплекс среди всех спортсменов. Вот здесь на картинке вы видите спортсмена-экстремала, это Эхим Хойкемес. Это человек, который живет в Германии и сотрудничает с нашей компанией PM International, то есть является дистрибьютором и вот таким пропагандистом. И он приезжал неоднократно к нам в Россию и рассказывал про себя и о том, как продукция компании PM International помогает ему выдерживать самые разные марафоны. То есть это спортсмен-экстремал, он участвует в марафонских забегах, он участвует в марафонских велопробегах, в заплывах, да, и так далее. Он проверяет себя на прочность и выживаемость. Вот эта фотография была сделана совсем недавно, и, по-моему, в прошлом году, ему 62 года. Приезжая в Россию, он как-то рассказывал, что, участвуя в забеге, он отстал, и толпа скрылась немножко из виду, и он потерялся и свернул не в ту сторону, и 1,5 километра пробежал вообще в противоположную сторону. Когда он все понял, он вернулся и еще догнал вот свою толпу, и был один из первых. То есть вот Activise и продукция нашей компании позволяют ему выдерживать, ну, вот просто то, что обычный человек никогда бы не выдержал и ни один спортсмен не выдержит. Вы знаете, меня выбивает из интернета, ну, наверное, будет периодически выбивать. Ну, я продолжу свою мысль, то есть, когда мы говорим о концепции, люди вполне естественно хотят задать вопрос: а докажите, почему у вас такая усвояемость, да, что такое эта концепция? И вот в качестве такого доказательства и визуализации концепции транспортировки питательных веществ в клетку был разработан такой комплекс Activise. И вот в нашей стране, да, в России, на Украине, Activise содержит форму никотиновой кислоты, которая называется ниацин. Да? Вообще у никотиновой кислоты две формы. Одна форма называется ниацин, а вторая форма называется никотинамид. То есть в Германии есть Activise с ниацином и Activise с никотинамидом. Значит, ниацин имеет эффект расширения кровеносных сосудов.
И вообще никотиновая кислота – это единственная биодобавка, которая зарегистрирована как лекарственное средство. Ну, во-первых, она была регистрирована в то время, когда еще не было биодобавок. Ну, конечно же, в основном за тот лечебный эффект, который она несет. То есть, смотрите, организм, он очень просто устроен, достаточно примитивно, но совершенно, да, все гениально просто. И самое главное, что нужно понять, что любой орган, чтобы он хорошо работал, он должен хорошо питаться, а значит, хорошо кровоснабжаться и насыщаться кислородом. И кровь, как транспортная артерия, доносит до всех органов и тканей как раз питательные вещества для клеток и кислород. И если есть какая-то проблема с кровоснабжением, то есть проблема вот с транспортной артерией, то орган голодный, не получая питания, не получая кислород, он нормально работать не может. Поэтому, понимаете, никотиновая кислота как лекарство назначается очень часто для улучшения кровоснабжения. То есть, понимаете, проблема с почками, надо улучшать кровоснабжение. Глаза никак невозможно вылечить, не улучшая кровоснабжение. Мозг, чтобы хорошо работал, должен хорошо кровоснабжаться. Если сердце плохо кровоснабжается, вот уже атеросклероз, да, начинается стенокардия, ишемия, инфаркт там и так далее. И поэтому вот эта форма никотиновой кислоты, ниацин, назначается людям и в таблетках, и в инъекциях. И люди знают, кто пробовал, что если выпить таблетку никотиновой кислоты, то нужно подождать 30-40 минут, чтобы эта таблетка миновала желудок, прошла в тонкий кишечник, там, где усвояемость, усвоилась в кровь, и начался эффект расширения кровеносных сосудов. Так вот, наш активайз содержит тоже ниацин, но эффект расширения кровеносных сосудов начинается вот, ну, через 3-5 минут. То есть человек начинает чувствовать, что он выпил не пустышку, а что он выпил комплекс, который оказывает какое-то действие в его организме. Да? То есть после приема активайза человек через буквально 3 минуты начинает чувствовать какое-то покалывание. Может быть такой легкий какой-то зуд на чистой коже, да? И потом начинается эффект расширения кровеносных сосудов в верхней половине тела преимущественно. Да? Так действует никотиновая кислота. Это ее свойство. Вот. Если кому-то не нравится это действие, то в Германии вот продается комплекс с никотинамидом, который тоже улучшает кровоснабжение, но не дает такого резкого эффекта расширения сосудов. Ученые же для нас именно разработали вот такую форму активайза с ниацином, чтобы демонстрировать концепцию транспортировки питательных веществ в клетку. То есть, чтобы людей удивлять, чтобы они почувствовали, что да, действительно, как быстро. То есть, наши ученые заявляют официально, и мы это всегда декларируем, что благодаря концепции эффект усвоения питательных веществ в 5-6 раз быстрее. То есть выпил таблетку никотиновой кислоты, надо ждать 30 минут. Выпил активайз, эффект начинается через 5 минут, то есть 6 раз быстрее. И вот этот эффект расширения кровеносных сосудов мы называем вспышка или флэш, да, на английском. То есть это наш сленг, общепринятые в нашей компании. То есть, когда человек покраснел от активайза, мы говорим: «О, какая чудесная вспышка!» Это говорит о том, что сосуды очень хорошо расширились, кровоснабжение улучшилось, и в теле все хорошо.
да? Вот давайте еще разберем состав, почему Activize действительно так повышает уровень энергии, концентрации, работоспособности, да, как это заявляется. Во-первых, в составе виноградный сахар. То есть это быстрый углевод, который нужен для работы мозга, для работы сердца, для работы мышц. И он очень быстро включает тело в работу. Но смотрите, мерная ложка Activize, она достаточно маленькая, это не полная чайная ложка. И поэтому, в общем-то, Activize не противопоказан больным сахарным диабетом, несмотря на то, что в составе виноградный сахар. Просто эффект витаминов группы В, гуараны, эффект ниацина, да, гораздо важнее для сосудов, потому что для больных с сахарным диабетом очень важно избегать осложнений. И очень важно сохранять кровоснабжение, потому что сосуд повреждается, как бы засахаривается избыточным сахаром в крови, и кровь становится густая, вязкая, и люди с сахарным диабетом погибают от осложнений, да? От того, что страдает кровоснабжение мозга, сердца, глаз, почек, поджелудочной железы. И поэтому витамины группы В, антиоксиданты, никотиновая кислота – это вообще первое средство для больных с сахарным диабетом, для профилактики осложнений. Просто дозу слишком увеличивать не надо. То есть больным с сахарным диабетом Activize пьется мерная ложка один, можно два раза в день. И виноградный сахар тоже очень помогает спортсменам быстро включить в работу мышцы. Кроме того, дальше давайте разберемся в составе гуарана. Гуарана – это кофеин, содержащее растение. То есть содержит кофеин такой же, как кофеин чая и как кофеин кофе. Только в гуаране он связан с танинами. И его высвобождение намного замедлено. И поэтому кофеин гуараны, гуаранин, не оказывает стимулирующего действия на организм, такого как кофеин кофе. То есть те, кто пьют кофе, они знают, что если человек выпил чашку кофе, он видит сначала подъем энергии, через время спад. И опять хочется кофе, и так люди становятся кофеиновыми наркоманами, из-за того, что вот выражена потребность в энергии. По сути, кофе – это как хлыст для организма, да? Благодаря тому, что кофеин гуараны связан с особыми веществами, которые замедляют его всасывание, кофеин гуараны не стимулирует организм, то есть он обеспечивает плавный подъем энергии без стимуляции. Это очень важно. То есть, если от обычного кофе у человека может быть сердцебиение, может быть дрожь в руках, да, может быть вот повышенная возбудимость или любой какой-то негативный эффект, да, то от гуараны такого не будет. Но сразу скажу такой вот нюанс. В натуральной медицине существует даже кофеиновая проба. То есть, если человек говорит, что ему плохо от кофе, и он кофе не пьет, то есть, почему человек кофе не пьет? Значит, ему от него не очень хорошо, да? То есть, если человеку плохо от кофе, человек кофе не пьет, значит, нарушены процессы детоксикации в печени. Такому человеку, скорее всего, будет еще и плохо и от алкоголя, то есть его организм не справляется с выведением токсинов, в частности, печень не справляется. От гуараны такого эффекта нет. И поэтому
Поскольку гуарана медленно, плавно и продолжительно поднимает уровень энергии, да, то мы рекомендуем гуарану всем, кому в первую очередь нужна энергия. То есть мы рекомендуем вот активайз всем, кто за рулем. Потому что это очень опасно. Закрыть глаза за рулем хотя бы на секунду очень опасно. Поэтому настоятельно рекомендуем тем, кто вот перегоняет машины, ездит из одного города в другой, потому что работа достаточно монотонная, да? В этом вот отличие от обычного кофеина. Поэтому обратите внимание, сразу хочу сказать, это всегда очень много вопросов по поводу нашей этикетки. Значит, мы живем в стране со своим законодательством, и мы не можем нарушать это законодательство. В нашей стране растительные комплексы можно сертифицировать только либо как БАДы, либо как фармпрепараты. Других вариантов нет. Соответственно, наши продукты дополнительного питания премиум-класса тоже сертифицированы как БАДы. У нас есть требования к этикетке. Значит, на каждой этикетке написано противопоказания, индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, дети там до 12 лет. Кроме того, как проходит сертификация, то есть образцы и пакет документов подается сначала в институт питания. В этих документах есть этикетка завода-производителя на оригинальном немецком языке, она переведена на русский язык. Вот эта этикетка подается в институт питания. Институт питания проверяет соответствие ингредиентов тому, что указано, то есть что в наличии, как это соответствует тому, что указано, и делает свои коррективы. То есть институт питания может уменьшить дозу, то есть доза может быть отличная от рекомендуемой завода-производителя, и написать массу противопоказаний в соответствии с ежегодно меняющимися законами относительно сертификации. И поэтому вы можете прочитать на активайзе просто кучу противопоказаний. Эти противопоказания связаны с действием кофеина в организме. То есть противопоказаны там при гипертонии, при повышенной возбудимости, при сердечно-сосудистых заболеваниях и еще. Кроме того, потом этикетка идет, следующий этап – это Роспотребнадзор, и Роспотребнадзор может добавить еще много чего. И если мы такую этикетку русскую не наклеим на немецкую оригинальную, в которой не написано ни одного противопоказания, то мы будем нести уголовную ответственность. Это наши требования к продаже биологически активных добавок, мы вынуждены с этим смириться. Но, тем не менее, мы всем объясняем, что нужно смотреть и читать немецкую этикетку. И поэтому, когда я готовила справочник по продукции, я ориентировалась в первую очередь на немецкие этикетки. Но в то же время нужно спрашивать у человека, как он реагирует на кофеин, и дозу активайза все-таки подбирать очень аккуратно. И не надо никогда начинать с больших доз, потому что неподготовленному человеку этот эффект резкий расширения кровеносных сосудов ничего особенно хорошего, кроме страха, не принесет. Поэтому я очень удивляюсь, я была в Устане вот не так давно, в феврале, и видела, что
людей угостили активайзом, и многим из них стало вот реально плохо. Я спросила, как, я видела, что там сильные достаточно лидеры приехали из Германии. Оказалось, они всем рекомендуют 3-4 мерные ложки, даже 3-4, даже 5 мерных ложек активайза на 30-40 мл воды. Вот это очень много. То есть всегда начинать очень аккуратно и все-таки спросить у человека, любит он кофе или не любит, нравится ему кофе или не нравится, а потом уже по вкусу откорректировать дозировку, но всегда, всегда в медицине лучше перестраховаться и всегда начать с меньшей дозировки, народ не пугать. Опять же, обращаю ваше внимание, на немецкой этикетке написано, рекомендуется 1-2 мерные ложки, да, один раз в день, можно смешать с бейсиксом. В какое время не пишется, до еды, после еды это не пишется. То есть все равно не имеет значения. И если вы рекомендуете так, как написано на этикетке, и человеку стало не совсем хорошо, да, виноват завод-производитель. Ну, в общем-то, он специально так все сделал. Если вы увеличиваете дозу, человеку плохо, то виноваты вы, и, ну, не нужно так делать. Подчеркиваю, что гуарана, в отличие от обычного кофеина, кофе и чая, не обладает таким ярко выраженным стимулирующим эффектом. Но она мягко и плавно повышает работоспособность. То есть это растение, которое ускоряет скорость обмена веществ. Поэтому тем самым способствует сжиганию жиров. Но как сжиганию? Это не значит, что можно выпить активайз, лечь и лежать, и жир будет сжигаться. Нет, конечно. То есть перед тренировкой эффект тренировки будет выше. То есть спортсмены, культуристы, бодибилдеры знают вообще, что такое гуарана, и широко ее используют как спортивную добавку, добавку для фитнеса, потому что даже если она на 5 минут помогает продлить качество и интенсивность тренировки, это уже очень много. То есть за счет повышения работоспособности. Гуарана – это растение адаптоген, то есть таким же свойством обладают подобные растения из группы адаптогенов. Это женьшень, это лимонник китайский, оралия, заманиха, радиола розовая и элеутерокок. То есть я знаю, что вот офисные многие компании, в которых приходится очень много работать и оставаться, и сверхурочно, как правило, в общей аптечке для всех имеют элеутерокок и глицин. То есть тонизировать организм и затормозить его, да, и успокоить. Или вот, например, на Дальнем Востоке, если охотнику нужно пробежать там двое суток, он выпивает горсть лимонника китайского, он двое суток на ногах, и он достигает цели, да, то есть эти растения, они поднимают резервы. Вот, и потом, конечно, человек двое суток будет спать, но вот эти двое суток он продержится. Поэтому гуарана – это растение, которое в Бразилии пьют как напиток. То есть, если вы придете в Бразилию, там приедете в гости кому-то, вас спросят, что будешь пить – чай, кофе или гуарана. Ну, Бразилия – солнечная страна, там у людей энергии полно, девать некуда, поэтому очень часто устраиваются карнавалы. И чтобы всю ночь весело танцевать, зажигать, вот для этого пьется гуарана как такой тонизирующий напиток. И растения всей этой группы, да, адаптогены, это все природные антидепрессанты, то есть они повышают выносливость и одновременно повышают настроение. То есть, ну, понятно, они повышают уровень энергии в организме. Когда у человека есть энергия, у него автоматически повышается настроение.
Это ценное растение для мужчин, да, потому что оно улучшает потенцию за счет такого стимулирующего действия. И стимулирует нервную систему, улучшает функции мозга. То есть гуарана не просто так введена в состав активайза для повышения концентрации энергии и работоспособности. Голодный мозг, он не может быть позитивным и радостным. То есть причина депрессии, апатии, усталости, хронической усталости состоит в том, что мозг голодный. То есть для того, чтобы справиться с хронической усталостью, мозг нужно накормить. Поэтому в составе 8 витаминов группы В, да, и кроме того, все витамины, которые организм не может сам синтезировать, должен набирать из еды, но в еде их тоже недостаточно. Но в первую очередь витамины группы В – это основные витамины для нервной системы, это питание. И мало того, что они питают и улучшают функции мозга, они являются еще катализаторами всех биохимических процессов, многих биохимических процессов в организме. Поэтому витамины группы В еще помогают извлечь энергию из еды. Понимаете, мы едим для чего? Во-первых, для того, чтобы из еды получить энергию, а во-вторых, для того, чтобы из еды набрать материал для образования наших тканей. То есть мы состоим из того, что мы едим и что мы усваиваем. Но можно питаться идеально правильно. Вы знаете, я знаю очень много людей, которые говорят, да нам не нужен фитлайн, у меня правильное питание. Я покупаю фермерские продукты там, я плачу очень много денег за то, чтобы взять там экопродукты, у меня все сбалансировано. Можно идеально питаться, но не хватает витаминов группы В, и организм из этой еды не может извлечь энергию, да, не может расщепить. То есть витамины катализируют все этапы работы пищеварительного конвейера. Без витаминов нет ни расщепления, ни доставки питательных веществ туда, куда нужно. А из еды просто невозможно набрать необходимое количество витаминов, которое нужно для жизнедеятельности. Ну, еще интересный такой пример, просто я как-то не думала об этом, когда я брала интервью, историю у нашего чемпиона мира многократного по гиревому спорту Анатолия Колобова. Вот для него это был аргумент, когда его напоили активайзом и сказали, здесь витамины группы В, здесь никотиновая кислота, не цинк. Он говорит, я сразу же вспомнил, что когда у меня был радикулит несколько раз, то мне назначали что? В1, В6. Ну, в то время. И мне объяснили, что благодаря концепции транспортировки питательных веществ, вот эти витамины доходят на уровень клетки настолько быстро, как инъекция. То есть зачем вообще назначаются инъекции? Для того, чтобы лекарственное средство в инъекции попало в кровь гораздо быстрее, чем через желудочно-кишечный тракт. Плюс не инактивировалось там, да? Так вот, витамины группы В в активазе действуют точно так же, как инъекция этих витаминов. Витаминов группы В или мельгамы. Мне еще в институте объясняли, что назначать в инъекциях витамины В1 и В6 через день – это большая глупость. Потому что витамины группы В, поэтому это и есть одна группа, потому что в команде они действуют эффективно. Если назначать их по отдельности, только В1 или только В6 или только В12, то
увеличивается количество этих витаминов и уменьшается количество других. То есть происходит разбалансировка, это неправильно. Поэтому лучше всего принимать витамины одной группой, одной командой. Они все усиливают действия друг друга. И действуют так быстро, как инъекция, благодаря концепции. Кроме того, на сегодняшний день народ запуган холестерином. У нас существует холестеринофобия у населения, искусственно вызываемая и поддерживаемая производителями антихолестериновых средств. То есть антихолестериновые средства, они не дешевые, посмотрите, помониторьте в аптечной сети. И они назначаются на очень длительный период, годами, год, два, три, четыре, пять. При этом они реально опасны для жизни, потому что они блокируют выработку жизненно важного холестерина, без которого невозможна жизнь человека, то есть они блокируют функцию печени. И блокирует выработку коэнзима Q10, мы об этом поговорим на следующем вебинаре. И вот нужно понимать, что наш организм ничего просто так не делает. Наш организм – система саморегулирующая. Из какого перепугу ему заращивать сосуды холестерином изнутри? Холестерин – это человеческий клей, это замазка, это штукатурка, который несется туда, где есть повреждения в сосудах. И вот это повреждение вызвано дефицитом витаминов В, витамина С, дефицитом антиоксидантов, биофлавоноидов. В первую очередь страдают сосуды сердца. Почему? Смотрите, сердце все время сжимается, оно пульсирует. И, соответственно, сосуды на сердце, коронарные, сердечные сосуды, они сплющиваются во время вот расширения сердца. Да? Можно сравнить их с поливочным шлангом. То есть, если поставить ногу на поливочный шланг и вот наступать в ритме пульсации сердца, что будет с этим шлангом через месяц? А через год появятся какие-то микротрещины. Вот точно так же, если не хватает витамина С, появляются микротрещины в каркасе, потому что витамин С нужен для того, чтобы стимулировать выработку коллагена. Каркас сосуда состоит из коллагена, да? Витамины группы В нужны для защиты от гомоцистеина. Что такое гомоцистеин? Это промежуточное вещество. То есть самое важное в нашем организме – это обмен веществ. Это как будто организм берет, вот это как будто взять бусы, да, разделить на одну бусинку и сделать до одной бусинки, и сделать совершенно другие бусы. Это вот точно так же взять белок, разделить на аминокислоты, и из этих аминокислот построить уже совершенно другой белок с другим соотношением аминокислот. Это называется переаминирование. И вот гомоцистеин – это вещество, которое образуется, вот, когда мы едим белки животного происхождения. Мясо, рыба, яйца, там, творог, молочные продукты. Из метионина на короткое время… Вернее, из цистеина, из аминокислоты цистеин на короткое время образуется гомоцистеин. Это промежуточное вещество. Дальше с помощью витаминов В1, В6 он идет либо обратно в цистеин, либо с помощью вот витаминов В12, фолиевой кислоты, образуется метионин. Если не хватает просто витаминов, то вот этот гомоцистеин, он способен прямо разрезать сосуд, ну вот как ножичком разрезается, как лезвием, внутреннюю стенку сосуда.
И холестерин несется туда как замазка, как штукатурка, как человеческий клей. И поэтому витамины группы В вот в составе активаются, защищают от сердечно-сосудистых заболеваний благодаря тому, что снимают сосудистые спазмы, улучшают кровоснабжение, благодаря тому, что помогают насыщать кислородом на 10-30%, да, и благодаря вот защите от гомоцистеина. Причем, вы знаете, этот гомоцистеин был открыт еще в 60-е годы. Но, как говорили о холестерине, как запугивают всех холестерином, так и запугивают. Выгодно. И еще секрет активайза – это трансферные катализаторы. В данном случае в качестве вот такого катализатора используется экстракт водорослей. То есть трансфер – это перенос. Да? То есть катализаторы трансферные – это вещества, которые ускоряют перенос питательных веществ в клетку. То есть вообще переносом занимаются белки. Да? И здесь мы видим, что витамины посажены на белок для лучшей доставки. Кроме того, водоросли – это белок, который содержит минералы, витамины. То есть очень богат по составу природный витаминно-минеральный комплекс. Ну и есть еще, конечно, секрет в обработке этого водорослей для того, чтобы с помощью этого трансферного катализатора клетки открывались и получали кислород. То есть, во-первых, улучшается кровоснабжение, за счет этого улучшается насыщение крови кислородом. И благодаря этому улучшается доставка кислорода в ткани, и клетки на 10-30% лучше насыщаются кислородом. Поэтому активайся Окси Плюс. Вот в качестве подтверждения есть история, которая есть на нашей странице, на официальной странице PM Интернационале Россия в Фейсбуке. Мы эту страницу используем как новостную ленту. Там есть история, что женщина попала в реанимацию, в кардиореанимацию с тяжелым состоянием. Ей сказали, что она проживет не больше месяца, может, недели две. Выписали готовиться, потому что ничего не помогало, и выписали на кислородном концентрате, и есть, дали прибор оксиметр. То есть, ну, такая, как бы, грубо говоря, прищепка цепляется на ухо, и вот по ушной раковине, вот по мочке уха определяется насыщение кислорода тканями. И вот в результате приема оптимального сета омеги-3, коэнзима Q10, насыщаемость тканей кислородом гарантированно увеличилась, то есть оксиметр показал повышение насыщаемости тканей кислородом. И потребность в этом концентрате постепенно исчезла, и человек отошел от этого концентрата. Итак, кому мы рекомендуем Activize? Во-первых, всем, кто хочет быть здоровыми, активными, всем деловым людям. Для чего? Потому что он обеспечивает оптимальный энергообмен. Да? Именно вот не короткий подъем энергии, как стимулятор, как кофе, как чай, а улучшает вообще энергообмен, то есть образование энергии в организме. Обеспечивает приток и умственной, и физической энергии. Повышает работоспособность, уменьшает сонливость, усталость в течение дня и, наоборот, улучшается настроение против раздражительности. То есть раздраженный человек – это уставший человек, больной человек, слабый, без энергии. Есть энергия – нет раздражения. И поэтому каждый человек, начиная принимать Activize, сразу же чувствует, что уровень энергии поднялся, он стал меньше уставать, лучше. Может не быть.
не всегда это бывает. Это зависит от ситуации, от сосудов, от состояния человека, от того, как он выпил, активаясь до еды, там после еды, смешал бейсиксом, не смешал. Но повышение уровня энергии человек чувствует всегда. И, в общем-то, вспышка – это не самое главное, что есть в активайзе. То есть, вот эта вспышка эффекта расширения сосудов – это только для демонстрации концепции транспортировки питательных веществ. Если вспышки нет, ничего страшного. Это не значит, что комплекс не оказал лечебного эффекта. То есть, он оказывает. Бывает, иногда нет вспышки, потому что у человека настолько сосуды спазмированы, синдром холодных рук и ног всю жизнь. Ко мне люди приходят и говорят, я говорю, смотрю холодную руку и говорю, руки, ноги всегда холодные? Да всегда, с глубокого детства. То есть понятно, что если полжизни сосуды находятся в спазмированном состоянии, они могут и не расшириться от одного приема активайза, да, и нужно будет пить его какое-то время, чтобы снялся вот этот спазм. Но у кого есть вот этот синдром холодных рук и ног, он проходит, опять же, у кого как. В среднем это за полгода. Опять же, мы чуть-чуть, поэтому говорим за полгода. С другой стороны, у нас описана, опять же, история Натальи Захаркиной. Она есть на нашей странице PM International Россия. Это женщина с синдромом Рейно. То есть у нее хроническое нарушение кровоснабжения нижних конечностей. Вообще конечностей, там, где мелкие сосуды. Больше всего страдают руки, ноги. И понимаете, если нет кровоснабжения, ткани отмирают. Отсюда и гангрена, и все остальное. У нее же были постоянно язвы на ногах. Трофические язвы, то есть ткань не получает питания, трофа – это питание. Нет питания, ткань отмирает, вот эта язва. То есть ее просто угостили. Она пришла к нам на бизнес-академию. На бизнес-академию мы приглашаем, как правило, своих знакомых, своих клиентов. И мы там хорошо замешиваем активайз. То есть мы знаем, как объяснить, мы давно с ним работаем. Приглашаем своих людей и зачастую дозу даем достаточно такую хорошую. Привыкли уже. И вот она почувствовала сразу после вот, сразу после одного стакана активайза она почувствовала прилив крови, потепление в руках и ногах. Она говорила, вы не представляете, как это жить, жарким летом дрожать под холодным одеялом, никак невозможно согреться. Нет кровоснабжения, кровь не греет, все тело холодное. И активайз-то было просто спасение. Поэтому людям, у которых синдром холодных рук и ног, болезнь Рейно, синдром Рейно, активайз-то просто палочка-выручалочка. Люди, которые подвержены стрессу, студенты, для сессии, для того, чтобы лучше соображать, для того, чтобы всю ночь по барам ходить, тусить. Если стресс какой-то, потому что стресс – это такая ситуация, когда биологически активные вещества, которые есть в организме, они просто сгорают. И чем их больше, тем меньше организм подвержен этому истощению. То есть опасен не стресс, опасно истощение в результате стресса. Ну и если есть какие-то нарушения работы нервной системы, то есть там, где врач-невропатолог назначит вот эти все октавегины, пироцетамы, ковентоны, он что пытается делать? Улучшить кровоснабжение и питание головного мозга. Мы даем активайз, у нас проходят головные боли, причем самые тяжелые вообще мигрени. Активайз помогает в коррекции веса, то есть мягкий стимулятор.
И эффект дает именно за 20 минут до физической нагрузки, ускоряет процесс сжигания жиров. Активайз незаменим для спортсменов, для экстремалов, ну и офисные сотрудники, да, почему? Потому что сидят в душных помещениях без кислорода. То есть Activize гарантированно увеличивает количество кислорода. Кислород нужен для образования энергии клетками, потому что поэтому есть кислород, есть энергия, есть выносливость. Нет кислорода – гипоксия. В гипоксии мозг может выдать только вялость, слабость, усталость, боль, мигрень, сонливость, слабость и гипоксические галлюцинации. Ну и людям, которые вынуждены вот работать в шахтах, там занимаются альпинизмом, поднимаются в горы, там, где недостаток кислорода, и катаются на горных лыжах, изучают там пещеры, занимаются подводным плаванием. Это просто вот незаменимая вещь. Людям зрелого возраста для профилактики инфаркта, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Спортсменам для уменьшения мышечной боли, для того, чтобы повысить выносливость и работоспособность. И если рестарейт, он нейтрализует молочную кислоту, да, то Activize за счет вот улучшения кровоснабжения, скорости обмена веществ, улучшения работы почек, помогает быстро вывести эту молочную кислоту из организма. Мы говорим всем, что прием Activize за 20 минут до косметической процедуры в несколько раз увеличивает ее эффективность. Поэтому рекомендуем косметологам, которые заинтересованы в повышении эффективности процедур. Всем красавицам рекомендуем. И когда мы демонстрируем Ultimate Young, что является вот комплекс, который является визуализацией концепции транспортировки питательных веществ линии Beauty Line, мы рекомендуем. Так, опять выбила, но я уже заканчиваю. Если есть у кого-то какие-то вопросы, вы сразу там напишите. Да? И вот еще хотела закончить мысль, что когда мы демонстрируем Ultimate Young, то когда нужно 3 минуты подождать, мы даем выпить Activize для улучшения эффекта вот линии Beauty Line. Поэтому оптимальный сет – это крас. Итак, если у кого-то есть вопросы, как принимать Activize, давайте спрашивайте, потому что с ним нужно разобраться. То есть Activize мы рекомендуем дозу подбирать индивидуально по человеку. Например, я не люблю кофе, я его не пью никогда. Постоянно занимаюсь какой-то детоксикацией. Да? Мне одной мерной ложки Activize вполне достаточно. Две я даже не пью никогда. Но я могу выпить по одной мерной ложке 2 или 3 раза в день, сколько будет нужно в зависимости от состояния и нагрузки. Вообще мы рекомендуем Activize вместе с Basics смешивать в первой половине дня, да, потому что он сделан таким образом, чтобы тонизировать и повышать работоспособность. Поэтому на вечер его пить не нужно, неправильно, нелогично. Исключение только в том случае, если нужно вечером работать, либо идти куда-то на вечеринку, на день рождения, хорошо выглядеть, быть энергичной. Если смешать Basic с Activize, вспышки не будет. Ничего в этом страшного нет, эффект все равно есть. Значит, вспышка – это не столько лечебный эффект, повторяю, сколько эффект демонстрации концепции. Натощак выпить или нет? Если Activize выпить натощак, ни с чем не смешивать, еще дозу увеличить, то в зависимости от дозы может быть очень яркая вспышка.
Кому-то это нравится, это нет. Поэтому я стараюсь, чтобы до вспышки не доводить. Я лично беру одну мерную ложку активаза, смешиваю с бейсиксом, выпиваю утром за полчаса до еды, как рекомендуется. Это нормально. Еще хочу сказать, что благодаря жидкой форме применения и благодаря напиток, кстати, очень вкусный, со вкусом черной смородины, вот соприкасается с рецепторами языка, человек чувствует, сколько активайза ему надо выпить. К нам приходят девочки с холодными руками, холодными ногами и говорят, можно еще активайза? Можно. А еще можно? Можно. А можно его два раза пить в день? Можно. То есть, а сколько его пить? Сколько хотите. То есть, пока вкус напитка кажется изумительным, вот пить, пока не напьетесь. Полгода проходит, вот эта вот дрожь по активайзу, прямо вот хочу до дрожи, да? Это все проходит, организм насыщается. Значит, вопрос, как назначать детям? Значит, зачем? Зачем назначать детям активайз? С какой целью? Напишите, пожалуйста. С какой целью назначать детям активайз? Ну, а пока вы отвечаете, сколько воды на 1-2 ложки? Ну, на глаз. Сколько хотите, столько и наливайте, как вам удобно по вкусу. Это не имеет значения, какое количество воды. Вполне логично разводить на стакан. При демонстрации напитка клиенту, какую дозу дать, это зависит от клиента. То есть можете спросить у клиента, какую дозу он хочет. Поядрёнее или более слабую дозировку. Либо давайте среднюю дозировку, там, 2 мерные ложки, допустим, на полстакана воды или на стакан воды. То есть это все вырабатывается с опытом. То есть какому клиенту сколько дать, как замешать на демонстрацию, это все приходит с опытом. Все зависит от того, насколько вы уверены в себе, насколько вы человеку правильно можете объяснить вспышку, чтобы люди не боялись, потому что эта вспышка еще демонстрирует слабое место у человека. Как правило, я по своему опыту знаю, что человек живет, не обследуется, допустим. Он не знает, что у него в почках плохое кровоснабжение. Он не может это знать. Вы не поверите, какое количество людей ко мне приходит с почечным токсикозом. И я спрашиваю, при беременности был токсикоз? Был. После беременности лечили почки? Нет, не лечили. То есть человек 20-30 лет в токсикозе, он даже не догадывается, что у него проблемные почки. Он может выпить активайз, и потом подходит доктор, вот болит поясница, прям кажется почки, что это такое? Активайз в почках улучшил кровоснабжение. Идите, обследуйте ваши почки, делайте УЗИ, сдавайте все анализы, давайте будем лечить. У кого-то не всегда. Может заболеть сердце, я это видела. У кого-то голова может на время заболеть, потом эта вспышка заканчивается через 30-40 минут. Этот эффект проходит, но остается понимание слабого места. Раз заболела или закружилась голова, значит, надо идти обследовать голову. Раз немножко заболело сердце, надо обследовать сердце, почки и так далее. Ничего не заболело, ничего не закружилось. Поздравляю. Слава Богу, хорошие сосуды хорошо реагируют на действие никотиновой кислоты. То есть нормальная реакция, которая должна быть. Да? Поэтому так и объясняйте. Я когда это рассказываю на лекции, мне начинают говорить. Вы знаете, у меня колени краснеют от активайза.
Ну, значит, надо начинать профилактически пить геленфит. Вот наши ученые говорят, что биологически активные вещества доходят туда, когда, куда надо, и тогда, куда надо. Кому-то активаз до пятки доходит, человек пятку начинает чувствовать. Кто-то шрам там длительный видит, что активайз там по ходу шрама. У кого как. Поэтому нужно просто хорошо понять этот комплекс, прочувствовать на себе и уметь правильно его объяснять. Если не умеете объяснять, лучше давайте маленькую дозу, ту, которая написана там на этикетке, чтобы человек не пугался. Прочувствовали на себе? Можете объяснить? Ловите от этого кайф? Нравится вам вот этот эффект вспышки? Точно так же объясняйте это человеку. То есть, как вы чувствуете активайз, так и человек, которому вы предлагаете его, будет его чувствовать. Подросткам и субтильным студентам, конечно. То есть... До 12 лет это ребенок. И поэтому до 12 лет у нас есть детский комплекс. Power Cocktail Junior. Дойдет до него очередь, будем его разбирать, разберем. С 12 лет это уже маленький взрослый. Поэтому с 12 лет ребенку рекомендуется взрослая дозировка. Потому что у нас здесь не лекарство, у нас еда, обладающие лечебным действием. Хочет там ребенок, ну как в 12 лет, выпить много активайза, пусть пьет. Не хочет, пусть не пьет. То есть надо еще прислушиваться к своему организму. До 12 лет, если нету никаких показаний, дополнительно там улучшать кровоснабжение, то не нужно, потому что в составе Power Cocktail Junior тоже есть ниацин, просто меньшая дозировка, и он не дает вот такого сильного эффекта покраснения и расширения сосудов, как это делает активайз, потому что в активайзе этого эффекта расширения сосудов добивались специально для демонстрации. Ну, еще расскажу такой забавный случай, который мне рассказали в Германии. Женщина кормит ребенка грудью, развела активайз и выпила. У нее не было никакого эффекта расширения сосудов, никакой вспышки, но стала кормить, вот она выпила, да, и стала кормить ребенка грудью. Но буквально через 3 минуты ребенок покраснел. И это подтверждает, что вот биологически активные вещества, они проникают в молоко и оказывают действие на ребенка. Поэтому беременным, кормящим мы активайз не даем, мы даем им Power Cocktail Junior. Ну и через неделю очень важный вебинар, то есть я буду рассказывать алгоритмы вообще. Восстановление организма при любых сердечно-сосудистых заболеваниях. На сегодняшний день каждый нормальный человек знает действие омеги-3, действие коэнзима Q10 на организм. Я особенно подробно об этом не буду распространяться, это все можно почитать. Я именно расскажу причину гипертонии и почему ее невозможно компенсировать без омеги-3 и коэнзима Q10. Поэтому, если у вас есть знакомые, клиенты с гипертонией, то приглашайте, давайте ссылку на вебинар. Ну, а сегодня всем спасибо за участие и всем хорошего дня. До свидания, спасибо за спасибо.